Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о наставничестве. Еще одна очень важная вещь, и я как-то говорил уже в одной из программ об этом. Наставник – это человек влияния. Наставник – это не человек, стремящийся к успеху. Это человек, стремящийся к влиянию. Но когда мы молоды, когда мы полны, знаете, идей, видения и так далее, мы движемся к успеху. Нам очень важно добиться успеха. И зачастую мы идем по головам, зачастую мы идем против всяческих преград, человеческих ли, или там, духовных, не играет роли. Мы добиваемся результата, мы создаем определенные структуры, системы, мы преодолеваем, мы строим церкви, мы создаем какие-то служения, программы и так далее. Но приходит момент, когда ты понимаешь, что цена этого успеха, она просто огромна. За тобой просто руины отношений. Но не это самое важное. Самое важное, что ты начинаешь потихонечку понимать, что ты бежал за фальшивой целью. Ты начинаешь понимать, что важно быть человеком влияния, а не человеком успеха. Быть человеком, который воспитывает лидеров, а не является лидером. Влиять – это удел мужчины. Это то, ради чего, я думаю, Бог нас сделал такими. Кто-то из известных людей сказал потрясающую вещь. Первые 40 лет жизни Бог работает с лидером. И вторую часть, вторые 40 лет Бог работает через лидера. И вот, знаете, первое время мы стремимся что-то из себя представлять, каким-то образом добиваться каких-то результатов. Потом мы начинаем думать, что все это того не стоило. И начинаем понимать, что на самом деле важно – это быть человеком влияния. Это быть человеком, который реально влияет на события, не бежит впереди паровоза, постоянно ожидает откровения, постоянно ищет этого откровения и жаждет выполнить то, что говорит Господь. Поэтому, когда вы хотите найти настоящего наставника, хорошего, такого, знаете, добротного Божьего человека, посмотрите, кто он. Он человек успеха или он человек влияния? Когда вы ищете себе наставника, обратите внимание на то, является ли он человеком успеха или он является человеком влияния. Человек, стремящийся к успеху, скорее всего, будет использовать вас для того, чтобы этого успеха добиться. Человек влияния будет думать о том, как он может повлиять на вас, чтобы вы были успешны.